Так, должны были начать. Ребят, привет, привет. Мы с вами опять в итоге начали в 7. Хотя планировал я гораздо раньше, но случайно я один раз удалил карт. У нас сегодня будет выпуск GW, последний перед Pay-Per-View, специальным шоу «Психушка Гуля». И мы начинаем с вами с разогревочных, с кастомных матчей, которые у нас заказали ребята. И первый матч — это Норвег против Дрю Макинтайра. Всем привет-привет, давайте это быстренько собираемся, присоединяемся. И у нас с вами начинается последнее, напомню, сегодня шоу перед Pay-Per-View. Вью, ребят. Все, слушаем выходы. Всем привет-привет. Все, поехали, поехали. Наш первый кастомный матч на сегодня. У нас сегодня будет два матча кастомных. Первый Last Man Standing, Дрю Макинтайр против Норвега. И второй кастомный матч у нас сегодня будет
Это матч AJ Ларкина против Биг И Лэнгстона. Вот, посмотрим мы два таких кастовых матча, а потом смотрим наше шоу. Тани и прочие, там, кто вдруг у нас прошел, позовите, напишите, что началось. И всем привет, Диман, Тая, Слава, Володя, всем привет. Слейдера позовите и прочих, кто у нас всегда опаздывает. Тем временем борются два великана, мощный клоузлайн от Норвега. Джин, привет. Да, все привет. Мимо промахнулся в бигбутом. Дрю Макинтайр сносит его Норвег. Не смог Дрю Макинтайр уронить мощного Норвега. Смотрите, Норвег крупнее Дрю. Нет, мы вот прям... О, Вася пришел, да. Мы вот прям начали 5 минут назад. Полетел в канату наш шотландский психопат. И врезается снова, не смог уронить, снести с ног Норвега. Еще одна попытка. Перепрыгивает Норвег. И наконец-таки Макинтайр смог поднять Норвегу и швырнуть его. Удар в живот. Мощный удар в живот. И суплекс от Норвега. Норвег хватает Макинтайра, бьет его в живот. И в углу ринга. Ох, как он подвесил-то Макинтайра. Отвечу, но, к сожалению, не узнал. Я по никам в Твиче, честно говоря, мало могу кого идентифицировать, ребят. Так что не обижайтесь. В угол ринга швыряет Макинтайра у нас Норвег. И улетает уже за ринг Дрю Макинтайр. Напомню, матч по правилам последний на ногах. Кто не сможет встать, тот слетит. О, Слейдер, привет, да. Все отлично, почти все собираются. Два, отсчитывает судья. Три. 4. 6. 7. Что-то уже много, как судья считал. 8. И Дрю Макинтайр поднимается. И Дрю Макинтайр поднимается. Дэн здоровый тоже. Дэн. Дрю Макинтайр поднимается на 8 счет. И еще один суплекс от Норвега. Снова за ринг летит уже на этот раз Норвег. 8 щитов. Бацает головой. Огромный рыжий башкой об ринг. Прилетает Норвегу и забивает его. Смотрите, какими мощными ударами Дрю Макинтайр. 1 2 3. Следующий выпуск, ребят, если у нас ничего не произойдет, будет в воскресенье. Это будет как раз наше pay-per-view. Гуль Азалом. К нему несколько я изменил карт ввиду ряда обстоятельств, которые у нас сегодня, я вам расскажу про них. И у нас сегодня будет два квалификационных матча. Один матч среди новичков и другой матч среди старичков. Матч квалификационный. Кто его выигрывает, тот отправляется за титулом короля столов, который будет защищать наш Слейдер, наш дерьмомонстр Монстроза против Стинга и еще двух участников. А также сегодня будет еще один матч в аду в клетке, где примут участие Самаэль Норвег, но не в команде, против Михаила Петровича Зубенко и Хомпатимейкера. Кто-то к ним присоединится в наших титульных матчах сегодня. 2, отсчитывает судья. 3. 4. Отлично, больше 20 человек есть. 5. Норвег лежит. 6. Норвег по-прежнему лежит. 7. Мы начинаем с кастомных матчей. 8. И тоже на восьмой счет встает Норвег. Хватает ногу Дрю Макинтайра и швыряет ее. 2. Че он сразу двух стал считать? 3. Отсчитывает судья. Ну, Дрю станет, я в этом не соединяюсь. Не сомневаюсь. У нас, ребят, да, кастомные матчи можно заказывать, это сотка. Ну и про титул вы это слышали. 8. До сих пор лежит. 9. Да ладно. И 10. После этой пьяной драки побеждает Норвег. Абсолютно неожиданно.
Это матч будет сабмишн матч, но, Слав, этот матч будет не на сегодняшнем шоу, он будет потом. Мы про это сегодня поговорим, сегодня будет промка же. Да, победил у нас внезапно, в общем-то, норвег. Почему не встал Дрю Макентайр, я так и не понял. Притом, как-то, ну, странный айквит матчи. Да, победил в этой пьяной драке норвег у нас, который, в общем-то, очень-очень рад. Сейчас будет второй кастомный матч. Так, завершаем и делаем еще один кастомник, который нас просили. Пусть будет это Extreme Rules матч. Второй кастомный матч. AJ Larkin против Big E Langston. Матч по правилам экстремальных правил. Ну, там мало, на самом деле, Денис, кого открыто. Где-то, наверное, рестлеров 6-7 я открыл, и все. Да. Я, наверное, как ее купил, сыграл. Часть, наверное, 3 в общей сложности я поиграл сам. Некоторых на это открыл. Хотя, мне кажется, десяток я открывал рестлеров. Но если из них я открывал дважды Стинга, поэтому такое. За секс гея, пишет у нас Слава, да. А, слушаем выходы. Я выход беги скипну, а выход Сереги послушаем. Пошел наш красавчик Бигги Лэнгстон, который у нас выступает, как вы знаете, с Рикардо Милосом. Его выход мы все-таки скипанем. И посмотрим этот матч Бигги против AJ Ларкина. Он становился чемпионом Сталов очень давно, но потом этот титул он проиграл, а его вне универсума с него титул не сняли. А, Денис, я играл в шоу-кейс, я играл какую-то башню джоберов. Там, где надо было драться со Слейтером, с Фанданго и прочими. И вроде бы все. А, еще пытался играть, короче, башню у Ронды, но меня дико бесили
ползунки на сабмишинах, поэтому я был близок к тому, чтобы разбить телек, и я закончил это от греха подальше. Вот, потому что, как говорится, это действительно игрушка дьявола. Вот-вот, у нас сражаются AJ Larkin и Бигги Лэнгстон, и Бигги только что получил по хребтине. Еще удар от Ларкина, и Бигги швыряет, швыряет его за канаты. Бигги кричит: «Новый гей!» Новый гей крикнул только что Бигги, поднимает он Серегу, и AJ Larkin обопрон носом. Это у нас последний кастомный матч, после него мы с радостью переходим уже к нашим стрелайнам, к нашему полноценному GGW, к нашей Феде. Про матч я потом расскажу все. Ох, по морде получает Бигги, который выступает у нас с Рикардо Милосом в одной команде. И армбар пытается провести AJ Larkin. Судья спрашивает Бигги, но нет, Бигги держится. Бигги вырывается и бьет Ларкина по роже. Еще мощный удар в живот от Бигги Лэнгстона, хотя он провести Diamond Cutter мимо. И клоузлайн от Бигги. В смысле, что уйдет перед Расселманией-то? Да нет, нет. Поднимает Бигги Ларкина, и Ларкин реверсает. Еще удар. Опа. А что за золотой AJ? Там это костюм, что ли, просто? И по морде еще удар. Еще по морде получает Бигги Лэнгстон. Залетает на ринг. AJ Larkin за ним. Матч по экстремальным правилам, поэтому странно, что они так дерутся. Че, кто-то его выигрывал, этот лям доллар? Промахнулся. Вы посмотрите, как только что промахнулся AJ Larkin. Ой-ой, полетел. А скинь куда-нибудь, как он хоть выглядит-то. Главное, Larkin не показывайте, а то он попросит его создать. А, вот так? Да не, мне кажется, кофе-то не уйдет. Бигги поднимает Ларкина на пауэрбомбу. И нет, Ларкин вырывается. Вырывается. И Ларкин клэш. Да, сдается, Бигги. Бигги сдается. И AJ Larkin побеждает. AJ Larkin побеждает в этом кастомном матче Бигги Лэнгстона после этого своего коронного сабмишена на ногу. Смотрите. Как сурово. Here is your winner, the superstar. Все, дальше мы отправляемся в наши обычные матчи. Поздравляем AJ Larkin с победой. И отправляемся в Universe наш. Все, теперь точно всех зовите, потому что Universe начинается. Надеюсь, там ничего не испортилось. Я сегодня несколько раз проебался с созданием. У меня, во-первых, слетали матчи, и, во-вторых, так и не поставился титул на команднике, потому что сегодня будут объявлены новые командные чемпионы, так как у Гуля проблемы с Дрю Макентайром, а у AJ Larkin начинается его новый фьюд, поэтому мы сегодня узнаем новых командных чемпионов. Все, поехали. Вот наша родная, любимая арена GGW.
Да, ну и хуета. Так. Промо Александра Невского. Промо Александра Невского мы сейчас с вами послушаем. Сто овера и углебастера есть. Чё толку-то в AJ Styles золотом, когда есть 100 овера углебастера? Все, теперь полноценно начинается наш стримчик. Вот я и говорю, главное Сереге не показывать, потому что он захочет золотого этого Стайлза, которого даже хуй откроешь. Что-то долго промка грузится. Все, поехали. О, бежит Саня Невский, курицын к рингу. Какой-то он сегодня радостный. О, сразу бицушкой светит. Видимо, подкачался. Я вас всех приветствую. Если вы вдруг не знали, я Александр Невский, я мистер Вселенная. Мистер Планета. Мистер Земля, мистер Москва и мистер Галактика. Я вас всех умнее, и я сильней. Посмотрите, какие у меня руки. Ну так вот, из вас никто не может делать вот так вот. И я уверен, что я буду новым чемпионом GGW. Посмотрите только мои руки. Опа, еще одна. Я самый крутой. Да, я мощь, я сила, я Александр Невский. И Александр Невский дерзкий, как пуля резкий. А вы тут никто. У меня друг, кстати, Гигадзилла. И Гигадзилла сказал, что такой суператлет, как я, достоин бороться за титул. Ни один из вас, понимаете, ни один из вас не может. Вы все завистники, вы все хейтеры. Вы завидуете моему успеху, завидуете моим фильмам и завидуете моей карьере в спорте. Ни один из вас не может даже додуматься, каково быть таким режиссером, продюсером, актером, спортсменом, атлетом. Я кто угодно, но только не лжец. И у нас выходит неожиданно Home Party Maker. Home Party Maker идет к рингу. Явно Александр Невский недоволен, что его промо прерывают. Home Party Maker на ринге. Бля, да заткнись ты уже, ты мне просто противен, я что, подписываюсь в GGW, чтобы каждую неделю слушать твою поганую чушь про твои фильмы, про твою карьеру в бодибилдинге, про твои фейковые титулы, знаешь что, ничего этого нету, никаких титулов нету, твои фильмы откровенное говно, а Гигадзилла, скорее всего, даже тебе не друг. Эй, а ну замолчи, ты хмырь деревенский из красно-белого, а ну замолчи. Видишь, какая у меня бицуха? У тебя никогда такой не будет. У вас всех никогда не будет. Вы не умеете даже отжиматься, а я умею. Посмотри, как я накачался. Да, это все я сам. Поэтому Гигадзилла ценит таких суператлетов, и я получу свой пуш. А ты нет. Ты обычный продавец красно-белого. Пошел отсюда. Знаешь что? То, что мне пришлось поработать в красно-белом, ничего не значит, что я хуже. У меня был доступ к хорошему алкоголю.
вполне сносным кассиршем. И вообще это все в прошлом. Но сейчас я рестлер. Теперь я воюю в GGW. И я хочу тебя вызвать на матч. Потому что я хочу заткнуть твой рот раз и навсегда. А, пиздобол, пиздобол. Ребята, он хейтер и пиздобол. Он хейтер и пиздобол, и он не достоин биться со мной. Знаете, давай, я согласен с тобой на матче, давай на матч, кто больше выжмет. Кто больше пожмет от груди, тот и победитель в этом матче. И это буду я, это буду я, это буду я. И еще, кстати, у меня моя водка у тебя продалась в красно-белом, а? Скажи мне. Бля, да нет, конечно же, твоя водка не продавалась красно-белым, потому что твоя водка такое же дерьмо, так как и твои фильмы. И ты сам говно, Санек, все тебя считают посмешищем, никто тебя не уважает просто. И я вызываю тебя не на матч по отжиманиям, а на матч по болевым, сабмишн матч. И ты будешь верещать, как курочка, и кричать «Сдаюсь, хоум патимейкер, отпусти меня, пожалуйста». Нет, такому не бывать. Такому не бывать, тебе придется хуй сосать. Посмотри еще разочек на мою бицуху. Я самый ценный атлет, и я самая большая звезда GGW. Знаешь что? Я вообще чемпион GGW, да, главный пояс выиграл в GGW. Да, и выиграл короля ринга. Бля, да ты пиздобол, ты обычный пиздобол, ты просто постоянно гонишь, ты не выигрывал никакого титула в GGW, я раньше тебя сюда пришел, я точно это знаю, и ты не выигрывал король ринга, потому что король ринга пройдет через 2 месяца вообще-то, олух ты ебучий. После первой WrestleMania, после мая будет король ринга, а ты пиздишь опять пиздишь, сколько уже можно? Хватит меня оскорблять, это хейтер, он мне завидует, он завистливая сучка, и он засал драться со мной, не принял мой вызов, кто больше пожмет от груди, потому что он знает, что он проиграет, а я самый достойнейший из атлетов, понимаешь? Все, хватит, мне надоело эта чушь. Следующее шоу, матч по болевым, я против тебя. И кто победит, тот становится хозяином проигравшего. Значит, ты, Санек, после того, как будешь мной забить, станешь моим менеджером. И будешь у меня на подносках, будешь мне вещи подносить, полотенца подавать. Понял? Ох, неуважительно, как швыряет микрофон. Хоум Патимейкер прыгает за канаты и нам показывают, что Патимейкер победил в этой битве. И мы с вами отправляемся дальше. Гигадзи, услышав, что у нас происходит, назначил командный матч, который мы сейчас с вами увидим. Глебастер Клаб в лице Гизма и Говарда Джеркинса встретятся сейчас с Александром Невским и Ферамиром. Александр Невский и Ферамир будут выступать в командном матче в стальной клетке. Да, привет, Наташа. Девочки будут сегодня попозже, женские матчи. Серега, привет, и все остальные. Привет. Пусть у нас народ собирается, присоединяется активнее. У нас сегодня все работает. Да, мы сейчас слушаем с вами темки. И, да, смотрим первый командный матч. Торнадо так в стальной клетке. Гизма и Говард Джеркинс против Александра Невского и Ферамира.
Что, начинаем наш на сегодняшний день первый матч. После того, как Александр Невский и Рамсил с Том Патимейкером назначили сегодня матч командный. Александр Невский вместе с Ферамиром против Глибастер Клаба, Гизма и Говарда Джеркинса. Сегодня у нас, напомню, полез, смотрите, Александр Невский сходу полез с клетки, но нет, Говард Джеркинс хватает и не позволяет Саньку ползти. Гизма тем временем лупит Ферамира, еще удар по Ферамиру, но нет, Ферамир отбивается за Гизма. Говард Джеркинс залупил только что Невскому, Невский реверсту, еще удар по Говарду, еще один удар. И сносит летучим клоузлайном Говард Джеркинс Александр Невского. Да, Тань, все остальные, кого вдруг еще не предупредили, что у нас идет GGW, скорее бегите и предупреждайте, потому что у нас первый матч, пропустят, потом будут весь день спрашивать, что было. А наш судья, дядюшка Тайрон, наблюдает за рингом, что происходит, и смотрит, кто первый из участников команды покинет эту клетку и станет победителем в этом матче. Да, запрон у нас за нижний турнбакл, отлично. Все так же дерутся Невский и Гизма против Ферамира и Говарда. И вот Ферамир, похоже, избил Говарда Джеркинса. Гизма полез по клеточке. И... Нет, он не лезет в клетки. Он проводит падающий лок на Александра Невского. И Ферамир пытается выбраться с клетки. Гизма это просек. И Гизма не позволит такого. Хватает Ферамира за ногу, по жопе его бьет, по толстой жопе. И все, швыряет Гизма. Гизма скинул Ферамира с клетки. Какие могут быть, Дим, беды, когда мы смотрим GGW? GGW спасает наших зрителей сразу от всех бед. Но беда приключилась у Гизма. Он упал с клетки. Александр Невский по ней ползет. Говард Джеркинс отбивается и идет за Невским. Оп, по жопе получает Санек. Но он отбивается от Говарда. Ферамир, что же ты не помогаешь Невскому? Невский возвращается с клетки и лупит Говарда. Клоузлайн от Невского. Обоим, говорит Денис. Посмотрим, как у нас произойдет в этом матче. Гизмат получает от Ферамира, а Говард просто уничтожается Александром Невским. Напомню, сегодня у нас будет большой командный матч. Командный матч я поставил, по-моему, ледер, но почему-то титулы игруха отказалась нам вешать. Поэтому матч будет за титулы. И, ой-ой, хватает Невский Говарда. И, реверс. Чокслэм превратился в DDT. Ферамир почти вылез. Вот за ним Говард пополз. И по жопе получает Ферамир. И не позволяет Говард Джеркинс Ферамиру ползти с клетки. Еще удар по красным труселям. Еще один. И на клетке, на вершине клетки Говард против Ферамира. И нет, не отбивается, отбивается Ферамир. Падает Говард. А Гизма подсуетился и идет за Ферамиром.
Да, в мейн-ивенте у нас Недер с 8 участниками. 4 команды поборются за командные титулы, а именно Глебастер Клаб, Глебастер и Денис AGT, семья Бурундуков, Борис, отец и его сын Виктор, Кейн и Дэниел Брайан, команда Hell No, и также Норвег с Самаэлем. Ледер матч за командный титул. И кто знает. А у нас все равно на пейпервью в психушке Гуля будет командный матч. Поэтому сегодня можно поэкспериментировать. Сегодня можно поэкспериментировать, разыграв вакантные командные титулы. Ой, смотрите, смотрите, лежат друг на друге. Смотрите, Глебастер Клаб, как хитро зажали в углах двух участников этой нашей новой. Но они не команда, конечно же. Они просто назначены были в этот матч, потому что много выебывались. И Спайнбастер от Говарда, Первый наш сегодняшний разогревающий матчик, реверс. И Кастет, Александр Невский достал Кастет, но не смог им воспользоваться. И по морде получать. И что, не ударил Кастета? По челюсти заряжает Невскому Говард. Еще удар. И DDT, проводит Гизма. По спине досталось Невскому. И Гизма, смотрите, в углу клетки. И полез. Говард Джеркинс не может сообразить, что надо вылезти. Говард Джеркин заблудился, а Гизма лезет. И Гизма весьма-весьма успешен. Встают, медленно встают. Смотрите, Александр Невский. И... ой-ой-ой, Гизма почти уехал. Быстрее, быстрее, Ферамир. Ферамир лезет по лестнице. Ну что, успеет схватить? Нет, не успевает, Ферамир вылез в клетке. В смысле, не Ферамир, а Гизма. Но да, как нам говорил Денис, нужно выбраться обоим участникам. А смотрите, Невский и Ферамир за клеткой. А Говард Джеркинс валяется. Ферамир почти вылез из клетки. Остались Невский, и Говард. Да, Ферамир тоже вылез. И остались Невский и Говард. И кто же у нас? Невский сползает с клетки. И Говард, да. И потому что Говард Джеркинс опять проебал мозги, валялся у нас Ваха. Чё он, блядь, валялся? Зачем? У нас успели, смотрите, Гизма первым, Гизма красавец, вылез с клетки, все делал как надо. Но потом успели Ферамир и Александр Невский выползти из клетки. А Говард проебал мозги, да. Поэтому из-за Говарда проиграл сегодня Глебастер Клаб. И побеждают в этом матче, так как это командный матч. Александр Невский и Ферамир. Так, Александр Невский поздравляет Ферамира, советует ему взять пару уроков, как накачаться. Возможно, теперь Александр Невский будет тренировать Ферамира. Он говорит ему, давай, сделай вот так вот. Ферамир слушается своего, да, более опытного пиздобола и, да, делает вот так вот. Идем к следующему нашему матчу, ребят. Следующий матч. Там должен быть отборочный матч на... Да! Это отборочный матч на мейн-эвент! Так как у нас уже прошли в титульной гонке, находятся Хом Патимейкер и Михаил Петрович Зубенко, то в четырехстороннем матче в аду в клетке они встретятся с Норвегом и Смайлем, которые будут тут действовать поодиночке, каждый в этом матче за себя. И победитель этого матча идет в многосторонний матч за главный титул. Именно за главный. То, что Хом Патимейкер и Михаил Петрович пойдут за королем бомжей, это уже у них есть. То есть, если кто-то из них побеждает в этом матче, то вместо титула короля бомжей идет за главным титулом. Но если они проиграют, то они остаются, соответственно, в матчах за титул короля бомжей. А для Норвега и для Самаэля это прекрасная возможность. Пойти за главным титулом. Оба титула, напомню, на сегодняшний день действует единственный двойной чемпион, который держит главные титулы, это Кинг Гулий. Да, сначала Симонов, потом Невский, Борецкий. Борецкий у нас неприкосновенен, Слав. Борецкий у нас...
Это Отис из машинистов. Может быть, когда-нибудь мы его дебют в GGW увидим. Все, слушаем выходы. Ночью в церкви ни души, волки в поле.
А Смаэль почему-то мало того, что отпиздил Дениса AGT, отожрал у него куртку его, вышел под тему РКО, так он еще какого-то боя вышел с титулом, хотя титулы сейчас вакантные, и сегодня будет матч за командные титулы, поэтому почему с ними вышел Смаэль, я, честно говоря, ребят, не знаю, все, тянутся Хом Патимейкер против Норвега, а Михаил Петрович Зубенко против Смаэля, все, поехали. Да, титул, естественно, не у Смайля. Почему Смайль взял титул вакантный и пришел с ним к рингу, я не знаю, не знаю. И ох, разгоняется и бегущий бульдог от Михаила Петровича. Смайль встает, разогнался и нэкбрейкер, крутящийся нэкбрейкер. Да, вот такой вот Смайл не только отжал куртку у Дениса, так еще и титул забрал. Дебюты. Раз, два. Нет, Петрович вырывается. У нас уже есть один, который просил сторилайн не хуже, чем у нуля. А потом сказал, что ну его нахуй. Но нет, сторилайн сегодня будет. Сегодня вы увидите, да, ребят, дебюты у нас будут клюты. Суперкик от Хом Патимейкера. И Петрович, смотрите, Петрович ему на голову просто вылетел. Улетел с канатов Петрович, и теперь за рингом Смайль бегает. Но Смайля стащил Норвег. Смотрите, два друга, два братана, которые сегодня будут бороться за командные титулы. Смайль и Норвег сейчас рвут друг друга за рингом. Напомню, победитель этого матча попадает в титульный многосторонний матч за наш главный титул. Сворачивание, нет, не сворачивание, болевой. Индийский дефлок от Норвега, но нет, вырывается Хом Патимейкер. А, ну да, посты, конечно. Смайль за Норвега схватился, Норвег отбивается и толкает Смайля. Но тут как тут подошел Петрович и сворачивает воровские стены у нас Норвега. Воровские стены от Петровича, но нет, Хом Патимейкер не позволит. И Хом Патимейкер зарядил по яйцам, Эта куртка вообще топовая, жаль, Денис, что ты ее проебал, конечно. Но Смайлю в ней вообще комфортно. Отбивается Норвега своего другана. И заламывает Смайль руку Норвега. Вот так вот ради контендер матча. Борются два друга. Летит Норвег, врезается в Хом Патимейкера. И разобрались по парам. Ой-ой, выключатель от Хом Патимейкера. Удержание. Раз. Два. Нет, Норвег вырывается после выключателя. И Санрайз от Смайля. Удержание. Раз. Нет, Хом Патимейкер срывает это удержание. И Смайль заряжает по спине продавцу из красно-белого. Серия ударов.
Самаэль заламывает. И русская подножечка от Самаэля. Русская подножечка от Самаэля. Промахивается Самаэль клоузлайном, так как патимейкер уже за рингом. Что-то... Ой, Петрович снес как Самаэля. И суплекс. Суплекс от Самаэля. И суперкик от норвега, точнее. И суперкик. Только провел суплекс норвег, как получился. Да что такое? Суперкик от Самаэля. Заламывает комп патимейкера. И еще русская подножечка. Русская подножечка от Самаэля, да. Видимо, ему придала сила эта куртка, но патимейкер от него отрывается. Удар в живот. Нет, 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 реверс, суплекс от патимейкера. Самаэль за рингом и норвег, норвег. Хотел провести суплексити, но нет, дропкик от патимейкера. Дропкик от патимейкера, суплексити не удалось. Патимейкер сажает Петровича на канаты. Сам полез на них. И что, суперплекс. Да, суперплекс канатов, суперплекс канатов. Самаэль успевает вернуться на ринг. И нет, норвег, норвег, хэдбас прописывает хом патимейкеру. Прописал ход патимейкер, и теперь суплекс. Мощный суплекс, с которого улетает Самаэль. Норвег на ринге, норвег главенствует. Самаэль встает, Самаэль против норвега. Нет, реверс, реверс, Самаэль вырывается из этого захвата норвега. Швыряет норвега в угол ринга. И нет, не удалось. Не удалось провести этот прием, потому что пришел Петрович. Снова разобрались по парам. Компатимейкер выкидывает за ринг у нас норвега. И закидывает его обратно на ринг. Кубик без багов никуда. В живот получил Самаэль. Отбивается от Петровича. Нет, Петрович вырывается. Слезает с плечи Самаэля. А компатимейкер реверсит. Реверсит удар норвега. Снова мафиозник против продавца красно-белого. Коудбрейкер. Коудбрейкер. Удержание от Петровича. Раз. Два. Нет, 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 патимейкер вырвался, патимейкер вырвался. И еще один коудбрейкер, еще один коудбрейкер. Раз, два, и нет, Самаэль не позволяет, Самаэль не позволяет победить в этом матче Михаилу Зубенко, и некбрейкер его проводит. Что-то схватились, схватились оба за норвега. И нужно по ходу патимейкеру драться с Самаэлем. Самаэль заламывает руку патимейкера, ударяет ему по локтю. Еще удар от Самаэля. Самаэль в угол ринга. В угол ринга, как пронесшегося котенка, бьет мордой у нас комп патимейкера. Сейчас бы провести 619 и выиграть матч по Самаэлю. Но нет, поздно. Петрович. Петрович тут как тут. И в угол ринга полетел Самаэль. С компатимейкер. После чего Самаэль получает по морде. Петрович в углу ринга. Реверс. Реверс от компатимейкера. Реверс от норвега. Петрович усаживает на канаты Самаэля. И похоже сейчас будет еще один суперплекс. Норвег вырывается. И да, суперплекс. Убийственный, убийственный суперплекс от Михаила Петровича. Впереди у нас большой мейн-эвент. Ледер-матч за вакантный командный титул. Промахивается суперкиком Петрович. И вертикальный суплекс. Вертикальный суплекс от Зубенко. И ломает об колено норвег. Сейчас комнате мейкера. Подножка, подножка, и снова, снова. И Аркио! Аркио от Самаэля, Аркио от Самаэля, удержание нужен. Раз, два.
Нет, Норвег вырывается. Норвег вырывается. Чуть-чуть не хватило Самойлю до того, чтобы драться за главный титул, за большой золотой титул. И теперь ему достается от Петровича. Вроде он выкинул Петровича за ринг. Но Петрович на канатах. Вы посмотрите, на канатах Петрович. Из канатов слетает. Опа, боч. Опа, боч. Забочил и снес. Болевой армбар. Армбар. И нет. Не успел армбар провести, потому что хомпатимейкер помешал Зубенко. Что получает Норвег? И что творит Зубенко? Ух, об колено ломает патимейкера. Норвег суперкик проводит. И сносит Самоэля. За разбитую голову мстит Норвег. И еще один. Ой, удержание. Нет. Самоэль снес и Норвега, и снес Петровича. Не прошел кулбрейкер. Дропкик Петровича. Бах, показывает, все с тобой кончено. Можно удерживать же хомпатимейкера, но нет. Хомпатимейкер еще на ногах. Какой бач. И по яйцам зарядил только что. По яйцам только что зарядил Самоэлю. Хомпатимейкер бьет его в рожу. Ой-ой-ой, какой фейсплант. Полетел. Локтем об колено. Очень болезненный удар. Удержание от хомпатимейкера. 1-2. Нет, Норвег сбивает. И Норвег швыряет патимейкера прямо в Петровича. Норвег все так же своему другу хочет пустить за разбитую голову. И суплекс. Нет, боч. Нет, фух, со второй попытки. Я уж думаю, сейчас по-болевому победит хомпатимейкер. Но нет, хомпатимейкер проводит выключатель. Выключатель проводит Норвегу удержание. Со спины. Раз, два, три. И хомпатимейкер будет в мейн-эвенте. Хомпатимейкер, который со спины вырубил только что у нас Норвега. Честно говоря, после разбитой головы я думал, что победит Самоэль. Но нет. Поздравляем патимейкера. Полный карт, ребят, я вам напишу после шоу. После шоу. И мы идем к нашему следующему матчу. Это должен быть, по идее, матч новичков. Матч новичков. И победитель в этом матче идет за титул короля столов к Стингу. И к... чемпиону, действующим столов, Монстрозе. Как вам матч, ребят? По-моему, матч шикарный. Шикарный матч показали все четверо. Так, новички. Да, новички. Это у нас Ника Беллик. Майор Пейн. И Майкл. Майкл Миллер, майор Пейн и Ника Беллик. Все, слушаем выходы. Making his way to the ring
Да, вышли наконец-таки наши новички, майор Пейн, Ника Белик и Майкл Миллер. Майкл Миллер, сейчас небольшую вам сводочку, ребят, по участникам. Ну, кто такой майор Пейн, вы, ребят, знаете, я думаю, знаете. А про Ника Белика тоже должны знать, который сейчас у нас красуется, да, наш герой из Liberty City. Ну а Майкл Миллер это бывший полицейский из Детройта, который однажды забухал, был уволен, сидел дома, жрал пивас, хотел уехать воевать на Донбасс, но в итоге он подписал контракт с гей-годзиллой на выступление в GHW. И сегодня он у нас дебютирует, дорогие друзья. И проводит прекрасную хэрикон-рану майору Пейну. Напоминаю вам, что победясником в наш матч за титул короля столов, где Монстроза будет защищать свой титул против Стинга, против одного из этих троих красавцев, и победителя нашего следующего матча в аду в клетке. Объединяют усилия Ника Белик и майор Пейн, но нет, Ника Белик сходу нападает на Пейна. Нет, Вася, это не Макс Пейн, это майор Пейн. Макса Пейна у нас пока что нету. Ой-ой, в живот получает Пейн. Матч по экстремальным правилам. Сколько еще матчей? У нас, как обычно, Дим, 7 матчей. Дропкик в спину! Какой дропкик в спину от Миллера? Дропкик прекрасный.
Еще раз по хребтине получает. Смотрите, Миллер просто в крысу бьет. И наконец-таки получает от майора Пейна. У нас, смотрите, у нас будет мейн-эвент, соответственно, матч за титулы командные, лестничные, с четырьмя командами этот матч я называл. Перед этим у нас произошел несколько такой психоз матки. Объединяются снова объединяются Пейн и Ника Белик, чтобы ударить Миллера, но нет, и опять получает по голове у нас майор Пейн, сносит он Нико. Будет в итоге у нас две команды с четырьмя участницами. Это у нас девчонки перед мейн-эвентом. Команда девчонок, которые прошли дальше по турниру, против команды девчонок, которые считают турнир сфабрикованным и несправедливым. Посмотрим, вернут ли они себе свое, в общем-то, право доминировать в W. Будет у нас подписание контракта на мейн-эвент между Дмитрием Гулем и Дрю Макентайром. Подписание контракта сегодня будет. Будет у нас еще заявлен матч Эйджи Ларкина. И что у нас еще? Следующий матч у нас за контендер на столы. Что-то я наверняка забыл. И кувалдой в живот получает Нико Белик от майора Пейна. Майор Пейн достал кувалду и ударил по животу Белика. Удержание. Раз. Нет, Нико Белик вырывается. Смотрите, судья-то черный, может помочь Пейну. И реверс от Нико. Получает Пейн по груди. Азамат, привет. Нет, играют боты. У нас Юниверс. И ой-ой-ой, стомп от у нас бывшего полицейского. Удержания. Раз, два, три. И Майкл Миллер, вот так вот, пока майор Пейн был повешен на канатах, на них отдыхал, Миллер пробежал, провел стоп и украл победу, удержав Нико Белика. Вот так-то поздравляем нашего дебютанта, нашего бывшего полицейского из Детройта, штат Мичиган. Он становится третьим участником матча за титул короля столов, который пройдет в это воскресенье в специальном нашем пейпервью в психушке. Суть в том, что у нас тут персонажи, заказанные ребятами, и мы смотрим их матчи, они живут своей жизнью, как реальные рестлеры. У нас за них переживают-то более дико, чем за реальных рестлеров. Такого накала страстей ты не увидишь в WWE. Поздравляем новичка. К сожалению, Нико и майор Пейн не идут в турнир. И да, у нас второй отборочный матч уже между не новичками, а старичками. Четырехсторонний матч в аду в клетке. Васса Брайан против Слэша, против Вампира и против веселого казаха Энтони. Слушаем темки и пишем, за кого вы болели и рады ли вы за победу Майкла Миллера или нет. Майкл Миллер, кстати, мне отдаленно напоминает какого-то, знаете, младшего брата Глибастера. Вот да, вот ты говоришь, Азамат, что странно, это не очень весело, а Дима он нам пишет, что у него уже 20 инфарктов было сначала с GGW. Что, в общем-то, да, я думаю, многие из наших зрителей подтвердят это. Да, слушаем выходы и пишем, за кого будете болеть в этом контендер-матче. А, чё это, я вру, это контендер-матч на хардкор, ебать. Хардкор-титул, который держит Максимусик, он на Pay-Per-View будет защищать от победителя этого матча. Чё-то я сетку-то перепутал. Это не на короля столов, нет, конечно.
что, поехали. Наш отборочный матч за хардкор титул GGW, который держит Макси Мусик. Слэш против Васа Брайана. Вампира против веселого казаха Энтони. Сходу суплекс получает казах Энтони. Забавный будет матч, если победит, конечно, вампира, потому что мы все с вами помним, как на прошлом нашем шоу Максимусик защищал свой хардкорный титул от монстра Кейна. И если бы, конечно, не его друзья из щита, не Дин Эмброуз и не вампира, то проиграл бы разгромно просто Максимусик. Но вампира, который что только не делал, чтобы помочь своему другу Максимузику, буквально спас его. Посмотрим, станет ли вампира контендером. Потому что если станет, это будет очень интересное развитие нашего сюжета. Да, Дим, говорил про бешенство. Пока у нас тут заманушка небольшая, я скажу, взбесились девчонки в раздевалке. Начали драться, швыряться зеркальцами всем подряд. И затребовали, чтобы турнир был пересмотрен. И сегодня будет матч, 8 участниц, 2 команды. Команды девчонок, которые прошли по турниру, против тех, кто не прошли. 4-4, стенка на стенку, матч с устранениями, он у нас будет перед нашим мейн-эвентом. Хотя там еще должен быть матч AJ Ларкина. Ну ладно, об этом потом. Да, болеем за интернет Тай, интернет всех наших остальных зрителей, интернет Гизма, интернет Бурундучка Виктора и всех-всех, кого покусал Ваха наших зрителей, у которых лагает теперь интернет. Давай, решай эту проблему. Веселый казах хватает вампира и... Ой, какой нэкбрейкер. Слэш против Васа. Васа летит за ринг на канаты и казах против Слэша. Слэш, который у нас давненько не появлялся, ждем, когда вернется. А казах Энтони удерживается. Раз, два. Нет, Энтони вырывается. Казах Энтони, если ты нас смотришь, напиши что-нибудь там в группе или вообще где-нибудь. Потому что я подозреваю, что тебя убили. Слэш хватает Васа и ох, дрифтэвэй, катись отсюда, удержание. Раз, два и три. Слэш побеждает. Вот так-то вампира почему-то решил швырнуть казаха Энтони. И матч оказался какой-то слишком быстрый. Ну что ж, слэш-контендер за хардкорный титул. Максимуси, готовься, слэш за тобой идет. Поздравляем Валеру. Да, смейкните ему там кто-нибудь, что он у нас на хардкорный титул идет. Как-то слишком быстро матч прошел, честно говоря. Я думаю, будет, что такой же шедевр, как показали у нас в клетке наши крутые борцы. Норвег, Самаэль, Петрович и Патимейкер. Но нет. Все оказалось как-то быстрее. Поздравляем мы Слэша. И следующий матч у нас... дальше должно быть, по-моему, подписание контракта между Дрю Макентайром и Дмитрием Гулем на их матч. По сути, в чем суть подписания контракта? Матч на выбывание. Тот, кто проигрывает матч у нас в следующем нашем специальном шоу в психушке, тот покидает GGW, но... Но у нас показано, что у нас не будет подписания контракта. Подписание контракта сорвано. Закулисная битва будет между Дрю Макентайром и Дмитрием Гулем. Да, должен быть у них матч в психушке. Если побеждает Макентайр, то навсегда изгоняется из GGW Дмитрий Гуль. А если победит Гуль, то он изгоняет Макентайра. И забирает, соответственно, победитель себе доктора Таю. Это тоже является условием. И драка у нас сегодня будет. Закулисная драка, неожиданно. Ой-ой, со спины бежит Дрю Макентайр и сносит. Гуль хотел пойти на подписание контракта, но Макентайр побежал и снес его просто в спину. Ему разносит и... Ох-ох-ох, швыряет об бетонный пол. Дрю Макентайр, Дмитрий Гуля, еще удар по груди.
Гуль швыряет в ящики. Макентайр разгоняется. И DDT о пол. Тут каждый удар о бетонный пол может стоить головы рестлерам. Гуль куда-то потащил. Макентайра швыряет его вперед по коридору. Лишь бы не была короткая. Это закулиска. Дрю перекидывает через себя Гуля. И пауэрбомба! Мощнейшая пауэрбомба об бетонный пол. Если бы это не были рестлеры GGW, то все. Спина сломана, лежи год в больнице. Но нет, и еще один DDT. Как бы ни была травмирована голова. Куда-то у нас подрастерялся зритель. И нет, 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 вырывается, вырывается из этого DDT Дрю Макентайр. И снова пауэрбомба. О, нет, Том Стоун пайлдрайвер. Пайлдрайвер обычный, не Том Стоун, на Дрю Макентайра. Какие приемы, какие приемы. Надо дальше, да. Идут дальше по коридору. Гуль вырывается, Гуль вырывается. Не знаем, куда хотел утащить его Дрю Макентайр, но Гуль вырывается. Как бы в электрощитовую сейчас никто не влетел. Макентайр вырывается. Бьет по ребрам Гуля. И в кабинет нашего бухгалтера. В кабинет нашего бухгалтера переходят борцы. Хватает чемоданчик с контрактом. И чемоданом с контрактом бьет, бьет. Тот самый контракт, который должны были сегодня подписать Гуль и Дрю. И он от стул. Еще по спине. И ой-ой, полетел, полетел у нас Гуль. Походу там не бухгалтер. А секретарша наша, да, секретарша Гей Годзиллы, Стефания Макмен. Стефания Макмен, секретарша GGW, сидит в этом офисе. Она, естественно, охуевает от происходящего. И об стол вылетает Гуль. Секретарша в ахуе, что творят. Засмотрелась на Макентайра, Макентайр смотрит на нее. Между ними, походу, возгорается искра, безумие, Гуль раком. Лежит на столе, и никто ничего не делает, да. Вот так магия любви. А как же Тай, как же Тай? Но нет, нет. Только стоило Гулю встать, как Макентайр сразу отчухался и проводит русскую подножечку Гулю. И снова-снова кидает в этот цветок мимо. Да, походу Макентайра просто встал. Не знаем, что от Стефании, либо от задницы Гуля. Будем думать, что первое. И он отвлекся, отвлекся. Но Макентайр снова швыряет на стол. И смотрите, он кладет Гуля на стол. Макентайр лезет на стол перед Стефанией Макмен. Безумно. Что приходит? И DDT на стол. DDT на стол. Прямо перед Стефанией. Прямо перед Стефанией швыряет Гуля. Победитель. Победитель Дрю Макентайр. Продолжение их боя будет у нас в психушке. В психушке на следующую неделю. Невероятно, что было. Охуеть. Да, возможно, возможно, это ноутбуки, которые разбили. Было порно. Да, это у нас командный матч. Мы видим победивших девчонок слева. Фокси, Алекса Близ, Самара Морган Белл, Катюшка Сина против Гайки, Джой Лав, Ланы Дель Рей и Стеши. Охуенно было, охуенно, ребят, было. Чё говорите? Вот у нас каждая закулиска теперь охуенная. Смотрим выходы девчонок.
Да, ребят, мы выходы смотрим, потому что девчонки тоже хотят посмотреть выходы своих персонажей. Им тоже это интересно, они тоже заказывают музыку, так же, как делаете вы, так же делают наши девчонки, которые тоже у нас на стримы приходят. Кто-то из них может в чатике отозваться насчет этого, насчет этой темы. И да, выходы мы сегодня смотрим все. Joey.
Как у меня заказывали, так и поставил. Так, ну все, ребят, начинаем. Посмотрели, да, мы долгие. У нас сегодня оказались выходы девчонок. Нас впереди ожидают последние долгие выходы. У нас в программе матч AJ Ларкина. И еще наш мейн-эвент за вакантные командные титулы. Встретятся 4 команды. Родственники Бурундуки, отец и сын. Норвег и Самаэль. Васса, Брайан и Кейн, команда Hell No и Глебастер Клаб. Да, идет у нас на ринге Джой Лав против Самары Морган Белл. Что-то немножко аж фризит консоль, ребят. Мне так кажется, походу. Опа! Достается Самаре, и Джой Лав ее скручивает в болевой. Напомним, это матч с Elimination. Нет, Джой Лав бьет колени, получает коленом Самары по голове. Джой Лав у нас самая высокая наша девчонка, да еще и бурятка, насколько я вижу. Нет, не удается передать так. И так передает Джой Лав и Гайка. Гайка на ринге. Швыряют они Самару Морган Белл. Самара влетает у нас в лесу. И что, Гайка? Гайка не успевает. И так передан. Катюша Сина на ринге. Катюша Сина. Ой-ой-ой. По руке получает Катюша. Заламывает Катюша руку. Нашей гайки и дропкик от гайки. Прям как будто фризит что-то. Я не пойму, что это оно вдруг начало. Женский матч слишком горячий, слишком сексуальный, что походу аж Xbox перегревается по спине, получает Катюшка. Вот, зато зрителей 20. Отлично. Впереди мейн-эвент. Напомню, огромный мейн-эвент наш. И еще раз по ребрам получает гайка. Гайка, лиса, кучу. Ох, что творит Катюшка Сина.
А, это из-за патча, в угол ринга полетела гайка. И нет, не позволяет Катюшке передать так. Раньше же у нас никогда не лагали эти матчи. Почему сейчас он что-то фризит? По ребрам получает гайка. Но я видел, когда я сегодня зашел в консоль, было очередное обновление какое-то. Ну, мне до апреля сколько еще стримов-то гнать? Пусть скорее исправляют. Слышь, свои патчи, ну, выпускают всякого говна. Мне потом объяснять, почему у меня матч с девчонкой лагает. Но я буду придерживаться версии, что наши девчонки из GGW слишком горячие, поэтому лагает. Из того, что чересчур горячо. Передан так, и Алёха Близ, она же известная как Алекси, хватается за гайку. И ломает ей ногу. Не, Слав, у нас были тупо выходы девах. Впереди, после того, как закончится этот 8-участницевый матч, у нас будет матч еще и Джея Ларкина. И потом мы с вами смотрим наш мейн-эвент за вакантные командные титулы, которые почему-то утащил Самаэль. По ребрам получает гайка. И гайка летит в угол ринга. Алекса разгоняется мимо. Гайка потащила Алексу. Нет, по животу получает гайка. Но надо бы гайке уже передать так. Нет, не позволяет она Алексе одержать над собой верх. Захватывает Алексу и суплекс от гайки. Привет, Максимусик. Максимусик, привет. Так как ты, наверное, не в курсе, на Pay-per-view в психушке ты встретишься со Слэшем в титульном матче за свой хардкорный титул. И в Эмпирелли тоже привет чемпионке. Вампирелла будет защищать свой титул от последних оставшихся в этом матче участниц. Чья бы команда ни победила, сколько участниц останется, вот столько участниц будет добавлено в матч за титул Вампирелли. Напомню, Вампирелла, так как являлась чемпионкой, автоматически проходит финал турнира. Нет, ты защитился в том выпуске, поэтому сегодня у тебя уже ничего не будет. Реверсает гайка, удар Алексы. Самара Морган Белл бьет гайку по спине. Судья пытается ее отогнать, но смотрите, какая несносная Самара. Просто беспредельщица. Да нет, до сих пор подлагивает. Увы, и ах. Джой Лав за рингом. И ох, какой фейс-фест от Алексы. Два отчитывает судья. Нужно, чтобы кого-то выбили с ринга, тогда, мне кажется, перестанет лагать. Из того, что 8 участниц из-за этого лагает, интересно, будет ли у нас мейн лагать. Ну, это прошлый наш выпуск, тоже было 8 участников. И ничего, все нормально. Джой Лав швыряет гайку. 5. Нужно срочно возвращаться за ринг. 6. И об ступеньки головой. 7. Да, возможно. Тань нужно будет собирать на либо PS4 Pro, либо на аналогичный бокс, чтобы без проблем стримили следующую часть 20-х. Ну, слушайте, работало все вообще заебись. Ребят, расскажите кто-нибудь Максимусику, что там было. Не, Слав, у нас сегодня только один выпуск. У меня потом дела, мне надо будет ехать. Поэтому мы один выпуск смотрим, и у нас потом пейпервью уже в воскресенье. Это в воскресенье пейпервью. Алекса душит нашу гайку. Гайки бы так передать скорее. Гайка так должна передать. Напомню, все оставшиеся в этом матче девахи пойдут против чемпионки Вампирелли. Самара Морган Белл на ринге. Гайке нужно передать так. Почему гайка не хотела? И ох, коленом роняет Самару. Передавай, гайка так.
Нет, она бьет Самару. Неудержимая у нас. И еще по ребрам получает Самара. Притом местами, когда они ходят, например, начинается подлагивание. Так, передан. И свежая Лана Дель Рей. Вот сходу отдыхала Лана и сразу схватила из-за Самару. Лицо получает. Опа! Ответочка локтем. Так, передан. И снова гайка. Ну, почему гайку-то? Ох. Фокси против гайки. Фокси промахнулась. И нет, гайка отбивается. Гайке бы отдохнуть побольше. Ой-ой-ой, сносит дропкиком лиса у нас гайку. Гайка вырывается. Боч какой, боже. Что Фокси делает? Гайка что-то втыкает. Конечно, на ринге в солнечно-защитных очках это странное решение. Ну ладно. Пошли бочи нещадные. Так, передан. И Катюша Сина. О, свежая Стеша вышла. Свежая Стеша мимо дропкика. Стеша полетела в канаты. И клоузлайн от Катюшки Сины. Психушка в воскресенье, Максимусик. Катюшка поднимает Стешу и швыряет в угол ринга. Так, передан. И снова Фокси. Не пишет что-то, да, у нас Макаронов. Хотя сегодня он прекрасным, охуительным матчем в бэкстейже одолел Гуля, разбив его стол. И удержание от Стеши. Раз. Нет, Фокси вырывается от Фокси. Раз. Два. И нет, Стеша тоже вырывается. Нет, не могу раскрыть, кто такой Макаронов. И в углу ринга Фокси. И мощным ударом сносит ее Стеша. Стеша своими каблуками сейчас шею проткнет лисе. По животу получает. И что? Ох, как швыряет. Какой фейсфест от Стеши. Стеша бьется неистово встает Фокси. И нет, не проходит РКО. Реверс РКО от Фокси. Ох, достается Стеши. РКО не прошел. К сожалению, не прошел. РКО, и сейчас Фокси. Бигбут проводит Стеши. Удержание. Раз. Два. И нет, Стеша вырывается. Джой Лав зачем-то пришла на ринг, но сразу ее Фокси сносит. Тащит уже вырубленную Стешу у нас Фокси. И нет, Стеша встает, отбивается от лисы. Лиса на канатах. Полетела. И дропкик от Стеши. А в четырехстороннем матче в аду в клетке Слэш победил своих соперников и выиграл матч на контендер на хардкор. И РКО. Проходит РКО от Стеши. На этот раз проходит удержание. Судья опять отвлекся на Самару Морганвелл. И смотрите, Алекса Близ пришла и мешает провести удержание Стеши. Прошел РКО, но нет. Швыряет лису у нас Стеша, недовольная тем, что не удалось ей провести удержание. Так, передан. И Джой Лав на ринге. Джой Лав швыряет и мимо. Оба колена и подушечку.
Так, пошли бочи у Дивах. За рингом Фокси и Джой Лав. Нет, Фокси снова бочи. Ой-ой, роудхаус кик от Лисы. Еще в живот получает Джой Лав. Ну да, ох, смотрите, боч на боче просто, вообще жесть. 5 уже отчитывает судья. В голову заряжает Джой Лав. Чопы, 6. 7. Ой-ой-ой, Стеша стоит и не позволяет Фокси пройти, что творят? Она бьется об каблук, Стеши бьется. 8 9. Вернулась Джой Лав. 10. И Фокси, которая не смогла вернуться на ринг из-за того, что билась об каблук Стеши, была удалена из этого матча. И в этом матче остается 7 участниц. Фокси точно не встретится в психушке с чемпионкой Вампиреллой. Клоузлайном Гайка выкидывает с ринга Самару и снова Джой Лав, которая у нас уже устранила таким странным образом Фокси. 1. Пошел снова отсчет. Весь матч, что ли, за рингом пройдет? 2. По животу получает Самара. 3. Оп, об опрон носа. 4. Бульдог от Джой Лав. Да, Серег, и не говори. 5-й уже отсчет. Че, 2-ю удалят за рингом? 6. Так. Надо пошевеливаться. 7. Кидает вообще в лестницу Самару у нас Джой Лав. Неторопливо. О, вспомнил, что надо вернуться на ринг. 8. Самара лежит. 9. Ой-ой, Самара, быстрее, да быстрее же. Ну. 10, да что такое? Самара, Джой Лав какая-то вообще в этот раз. Джой Лав пользуется тактикой гуля и глибастера. Капец. Самара тоже удалена за рингом. И тоже удалена Джой Лав. Надо нам делать это, отменять отсчет. А у нас тут... Ну нет, это не баги, конечно. Чисто что, вот когда на обкаблук Стеши билась, это да, конечно, это с игрой проблемы. И Самара Морган Белл тоже не будет точно биться против Вампиреллы на нашем пейпервью. Остается 6 возможных участниц. И по морде получает Алекса. Алекса и Катюша Сина остались из команды Девах, которые прошли по турниру дальше. А вот команда вылетевших в полном составе. Алекса отбивается от Джой Лав. Швыряет Джой Лав в канаты. И ох, подсеклака. Шесть участниц осталось. Алекса, нет. Получила по морде. И клоузлайном с ринга Джой Лав скидывает Алексу. Боже, неужели снова будет это? Гайка получает свой так. Гайка всем, да, хвастается, какие у нее очки. Алекса ползет за рингом. Так. Пощечина какая. Мимо промахивается Джой Лав, получает по голове, реверс. И абринг падает Алекса. В принципе, чем больше участниц будет удалено, тем более это выгодно для Вампиреллы. 4.
Да миксы нужны, а на чампу вообще похуй. И ох, полетела и забочила. Полетела гайка и забочила. Вы смотрите, разбилась. Хотел провести лягушачий сплэш, но уебалась об ринг. И влетает гайки. После этого жуткого боча, после этого боча, да, что случилось с гайкой? Да похуй на чампу, говорю, подумаешь. Ох, что не пойму детям, как он нравится. И тащит, тащит у нас гайку лежачую на ринге Алекса. Мунсолт, мунсолт от Алексы. Ну, давай удерживай. Так, Алекса к чему-то готовится. И DDT. Ну, в кастомных он есть, да. Удержание. Нет, нет, нет. Схватился в канаты. Джой Лав. Джой Лав пошла на ринг. Дерется с Алексой. И ой-ой-ой. Инцигири. Инцигири от Алексы. Нет, не позволяет. Не позволяет Алексе передать так гайке. О. И некбрейкер, некбрейкер и удержание. Раз, два, Катюша Сина. И нет, Алекса вырвалась. Катюша Сина вылезла на ринг, хотела помочь. Катюша Сина на канатах. Что она делает? Что делает Катюша? Получает чё под гайки. И гайка лезет Катюше на канаты. И харикандрана с канатов. И Катюша уебалась прям в Алексу. Алекса поползла. Алекса хотела бы передать так, но, к сожалению, Катюша Сина что сотворила? Драка за рингом. Стеша вырубила Катюшу, а гайка сопротивляется. Сопротивляется Алексия. Так передан. Так передан и Лана Дель Рей. Да, правильно пишет Слава. Брибоч ушла из WWE. У нас тут женский матч, в котором бочи просто, не знаю, раз в 14 больше, чем во всех мужских матчах за сегодняшний день. Вместе взятых Лана Дель Рей клоузлайн проводит Алексе. Да, страсти, страсти, как обычно, накаляются. Болевой от Ланы. Болевой от Ланы. Ну, из матча ты вылетела, но в турнире ты место сохранено. Турнир, который будет в итоге за титул и за 5 очков овера, вам напоминаю. Некбрейкер от Ланы Дель Рей. Как бы у нас... Ого, как шмякнула Абринка на Алексу. Как бы у нас мужской матч с Ледер не оказался забоченным и со сквошем. Ох, влетела. Удержание, удержание от Ланы. Раз, два. Нет, Катюша спасает. Катюша спасает Алексу. Пришла на ринг гаечка. Гаечка уходит. А вот, Слав, я тоже не понимаю, зачем у нас детям и Васе нужен чампа. Может быть, они расскажут, может быть, нет. В углу ринга и ох! Ой, сейчас будет что-то интересное, сейчас будет что-то интересное. Алекса забивает Джой Лав. Передает так Катюшке Сине. Они как-то оказались в другом углу ринга. Ну ладно. Катюшка Сина забивает Джой Лав. Так передан Алекса Близ. Забивает Джой Лав. Вот так это карусели. И смотрите, какая сыгранность у Алекса Близ и Катюшки Сины. Дропкик Джой Лав. Раз, два, нет, нет, нет. Вырубили, вырубили опять судью. В этот раз Стеша, Стеша вмешалась и стукнула судью по голове. И снова, снова Джой Лав. Как, смотрите, вылетели у нас, к сожалению, Самара Мордвелл и вылетела Фокси. Но какая сыгранность у Катюши и Алекса. Просто команда. Просто топовая-топовая команда. И DDT, DDT об ринг.
Шойлов швыряет в угол ринга. Катюшку Сину у нас, к счастью, кстати, перестало все лагать. И ох, теперь вместе Катюшу мутузят. Блин, надеюсь, мужской наш мейн-эвент. Не будет ботченным таким, как начало женского матча. Катюшка тащит Лану. Нет, кидает ее на ринг. И по голове, прям по уху ей въебало. И по спине еще разок. И коленом в нос получает Катюша. О, Катюша укатилась с ринга. Только хотела свой финишер провести Лана. Один. Два. Нетбрейкер за рингом. Ну, зато 4 стинга есть, Денис. По животу. Опять сейчас подсчетом, что ли? 4. Оба устранения пока только подсчетом в этом матче. 5. 6. Belly to belly от Катюши Сины. 7. Нет. Удаление подсчетом не будет. Катюшка возвращает на ринг Лану и передает так Алексе. Нет, промах. Мимо. По животу получает Алекса. И DDT от Ланы. Лана передает так. И так передает снова гайки. Снова гайка на ринге. Хлопает гайка в ладоши. И вспоминает, что надо бить Алексу. И наконец-таки ее мутузит. Реверс от гайки. По щеке, как по щеке уебал Алексе. Кладет Алексу на турнбакл. Ой-ой, что делает гайка? Что гайка задумала? И коленями в живот. Да, отличный матч, не считая ботчи с ударениями. Раз. Два. Нет, Алекса вырывается. Алекса какая-то просто непобедимая. Так передан снова Лана Дель Рей на ринге. Явно демонстрирует неуважение к Алексе. И нет, не удается. Алекс реверсы. Идет передавать так. Да, Катюшка Сина снова на ринге. Они медленно друг к другу подходят. И снова гайка. Что-то они меняются у нас. Смотрите, гайка с Ланой просто как вдвоем проводят этот матч. Бэкбади дроп двойной. Полетела Катюшка Сина. Да, из оставшихся Максимусик, да, Катюшка Сина самый старый. И бэкстейтмент от Катюшки Сины. Нет, бэкстейтмент от гайки, конечно, но Катюшка Сина вырывается. Что-то не могут оставшихся двух девчонок добить у нас команда тех, кто из турнира вылетели. И снова, что делает гайка? Главное, чтобы на канаты не лезла. Ох, как по коленям досталось Кате-то. И еще раз пытается сломать колени просто Катюше. Так передан Джой Лав, если за ринг сейчас кого-то вытащит, то точно будет удаление. Джой поднимает Катюшу, швыряет в угол ринга. И опять Лана. Да что такое? Лана Дель Рей в этом матче зачастила как-то. Но зато командные приемы они проводят просто без конца. Катюша ползет и успевает передать так Алексе.
Алекса на ринге и коленом. Коленом сходу в нос получает Алекса. Нужно проводить удержание. Лана Дель Рей зачем-то решила потанцевать. Осталась она одна на ринге с Алексой. Ей бы провести удержание и все. Против одной Катюши матч вести. Но нет, зачем-то танцует у нас Лана. Промахивается. Алекса реверсит. От Алексы клоузлайн мимо. Чоп. Чоп достается Алексе. Поднимает ее Лана. И швыряет. Ох, как прилетело. Удерживай, ну удерживай же. Нет, блядь, гуляет вместо этого. Инцигири. Инцигири от Алексы. То, про, о чем я и говорил. Нужно было удерживать и выигрывать матч. Но нет. Начала вместо этого выебываться Лана. И теперь получает по голове. Катя валяется там за рингом вообще в отключке. Тоже достается коленями теперь уже. Лане реверс. Какой реверс? А вы говорите, один выпуск. Почему? У нас вон девахи матч минут на 40 забацали. Один. Реверс Алекса. Алекса поднимается. Лана тоже не сдается. Пощечина не прошла. Алекса потащила Лану. И ох, закидывает ее на ринг просто. Лана аж свалилась с ринга. Да, Вась. Это матч перед мейном. Некбрейкер. Опять Стеша. Стеша решил вмешаться. Счет уже 7. Нет, не удается. Стеша закидывает Алексу на ринг, а Лана валяется за рингом. 8. Лане надо вставать. Лане надо вставать. 9. Ну, Лана. Судья замер. Что, успел? Нет. Нет, не успел. Вернулась на ринг Лана. Хотя судья уже должен был отсчитать. Почему-то не зашел 10-й счет, и Лана не удалена. Очень-очень странно. По щеке получает Катюша Сина от Ланы. Да, вот так вот. Отвлекли судью. И что у нас? Похоже, это финишер Ланы Дель Рей. Нет, это реверс Хариканрана. Катюша реверсает ее финишер. Да, судья наш, видимо, старый дядюшка Тайрон сбился со счета, не досчитал до 10. И у нас пошла жара дальше, все продолжается. Ох, так передан. Джой Лав снова буйствует. Нет, этого судью мы менять не будем. Джой Лав мутузит Катюшку Сину. Еще удар. Окей. После стримчика один кастомный матч от Славы. Жду, да, в личку, что напишешь. Это будет у нас кастомник после шоу. Катюшка Сина поднимает Джой Лав. Ну что, нужно проводить финишер. И да, эти тут и джасмент от Катюшки Зин. Не один эти тут и джасмент. О, это OMG момент. Еще один эти тут и джасмент от Катюшки Сины. И после двух эти тут и джасмент удержание. Раз, два. Нет, вырывается. Джой Лав вырвалась после двух эти тут и джасмент. Алекса Близ дерется с Гайкой. Катюшика поднимает Джой Лав. И ох, Абринг ее швыряет. Да, непонятно, как встала Джой Лав. И Джой Лав реверсит удар Катюшки. Ой, мимо. А их разве не 5, Слав? А кто? Зубенко, Патимейкер. Так, передан Гайки, дропкик от Гайки. Пирамир.
Невский. Бэйн. А, и Белик, да, 6. Все правильно, все, 6, да. Все верно, да. Battle Royale с славянными рестлерами. Летит Гайка. И двойной бэкбади дроп. Ну, будет удержание уже когда-нибудь. В угол ринга полетела Алекса. И нет, Алекса не сдается. Гайка тоже отбивается. Полетела Гайка в канаты и мимо. Алекса промахнулась. Кто-нибудь будет из них вообще финишеры проводить? У нас Джой Лав убитая валяется за рингом. Нет, Алекса отбивается. Нужно выйти свежей Стеши на ринг. Она бы точно со всеми разобралась. Катюшка Сина на ринге. Кто бы мог подумать, ребят? Кто бы мог подумать, что Катюшка Сина и Алекса Близ так долго будут держаться? У нас, по-моему, самый долгий командник в истории GHW. Хурикан Рана от Катюши Сины. Нет, реверс от Гайки. Я уж, честно говоря, сам с голоду помираю тут. Так передан и Лана Дель Рей. Снова Лана Дель Рей заходит. Мимо. Не прошел клоузлайн Катюши. И еще раз канат. И полетела Лана клоузлайном. Убивает. Убивает ее Катюша Сина. Да, мужской командный матч был раз в 10 просто быстрее. Вот девчули у нас за это затянули, затянули. И об канаты головой прилетает Катюша. Опять, опять хорохорится Лана. И некбрейкер, некбрейкер получает Катюша. Ну все, удерживай. Они удерживать как-то прям не хотят в этом матче. Ох, забивает, забивает Лана Катюшу. Катюша оторвет сейчас уши и швыряет ее за ринг, поднимая за уши. Почему не удерживают-то? Судья вообще, да, вообще Лана Дель Рей по правде должна была быть устранена, потому что она валялась за рингом. Но судья почему-то простил ее. Так передан и Алекса. Алекса снова на ринге. Швыряют Лану. Перекинули. Алекса, может, свой финишер проведет. Проведет хоть какое-то удержание. Нет, реверс. Реверс от Ланы. Зачем-то уходила с ринга Лана. И готовится, готовится провести свой финишер. Вот сейчас, походу, будет развязка у нас. Да, проходит, проходит. Финишер Ланы, удержание. Раз, два и три. Все. Алекса Близ удалена. Алекса Близ удалена. Вовремя пришла Стеша, испортила вмешательство Катюши. И у нас осталось... Одна на четверых. Напоминаю, если сейчас победит команда девчонок, не прошедших по турниру, то они будут все вчетвером драться против Вампиреллы на нашем пейпервью. В угол ринга полетела, полетела Гайка. Гайка швыряет теперь Катюшу. Дропкик получает Катюша. Все, Катюша, если Катюша хоть кого-то устранит, это будет чудо. Хотя в этом матче мы уже столько всего видели, что ничему, ничему не удивимся. Но Катюша, конечно, ей будет очень тяжко, никому она не сможет передать так. Ничто сделать, если только сама справится против Гайки. Ох, головой об подушечку падает Гайка. И... Пауэрбомба от Катюши. Удержание. Нет, канаты. Черт возьми, канаты. Если бы не канаты, то все. Удалила Катюша Гайку.
пощечина. Мощная пощечина от Гайки. И снова Лана. Снова Лана Дель Рей на ринге. Лана что-то невообразимое творит с Катюшей. Раз. Два. И нет, 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 Катюша вырывается. Я уж думал все, наш матч закончен, но не тут-то было. Да, если Катюша выиграет этот матч, это, конечно, будет самая топовая победа просто. Five Knuckle Shuffle, Five Knuckle Shuffle, you can see me. Раз, два, два, и нет, нет, Гайка сбила это удержание от Катюши. Ох, ох, какой фейсбастер. Ну, готовится провести Attitude Adjustment, Катюшка Сина, и нет, Лана Дель Рей реверсит, В шаге было от удаления. Катюшка Сина и Лану Дель Рей снова спас случай. Ого. Катюшка потащил Лану в угол ринга. К сожалению, некому уже передавать так в этом углу, но Катюшку эту не останавливать. Катюшка просто терминатор. Большая умница. Как держится? Посмотрим. Мне что-то подсказывает, что как раз-таки такое будет подлянка, что у нас долгий, невероятно долгий женский матч. Зато мейн-эвент будет на 2 минуты. Прям кто-то выйдет, сразу все упадут, поднимется на лестнице какой-нибудь Максимусика нету там, кто у нас? Денис, например, поднимется по лестнице и заберет титул. Гайка на ринге. Швыряют они Катюшку. Да пусть проведут уже финишер кто-нибудь. Окей, Слав, окей. По животу, и что? И некбрейкер. Некбрейкер от Гайки. Ну же, удерживай. Удерживай Катюшку. Не хочет. Не хочет Гайка удерживать Катюшку. И что у нас будет? Армбар? Нет, это не армбар. Это что-то... Что-то у нас вообще оригинальное творит Гайка. Так, Гайка готовится провести финишер. Если сейчас пройдет финишер, то это победа процентов на 90. И да, бэкстейтмент. Нет, канаты, да черт возьми. Не прошел финишер Гайки, Катюшка до сих пор держится. Раз, два. Да что такое, вырывается, опять вырывается. Непобедимая просто Катюшка. Реверс получает теперь Гайки, достается. Удар в живот. Не прошел дропкик, и полетела Катюшка. Снова Лана. Снова бэкбади дроп. И Лана теперь готовится провести свой финишер. Если финишер Ланы проходит, то все, конец. И полетела, да, полетела Катюша, удержание. Раз, два. Да что такое, почему она, блядь, вырывается? Почему, сука, она вырывается? Этот матч реально, блядь, бесконечный, что ли? Она вообще может вырваться когда-нибудь.
канатов летит гайка. Катюшка Сина ни от чего, ни от одного приема не вырывается просто. Безумие, безумие какое-то. Ну, болевой. Болевой что-то там крутится. Ну, может сдастся? Нет, не сдается. Не сдается у нас Катюшка-то. И по животу получает она от гайки. Еще удар от гайки. И по руке. Опять начала гайка танцевать. Но никто музыку Чип и Дейла не включал тут. Что она танцует, непонятно. По спине. Гайка швыряет Катюшу канаты. Коленями прижала. Ну, удерживай. Удерживай, блядь. Сейчас по коленкам, снова по коленкам захерачит Катюшки. Катюшка уже как бы травмирована не была после этого матча. Опять Катюшка все по инерции тащит в угол ринга у нас гайку, хотя в углу ринга Катюшкиным пусто. Нету там давно ее напарниц, все устранены. Да, вот ты Катюша. Расцветали яблони и груши в угол ринга. Так передан Лана Дель Рей. Лана Дель Рей на ринге. Кто-нибудь уже одолеет, дайте так Стеше. Пусть она РКО проведет Катюше и пытается выиграть этот матч. Раз вы не можете. Удержание от Ланы. Раз. Два. Да, вот уж где психушка, вот уж где психушка. Матч реально не кончается. Самый долгий матч, походу, в истории GGW. Мне кажется, этот матч идет больше, чем полчаса. 30-минутные у нас были айронмены. По идее, они должны быть самыми долгими матчами. Но у меня такое чувство, что женский матч у нас все переплюнул просто пределы, все грани. Это несмотря на то, что были за дикие бочи. И армбар. Армбар от Ланы Дель Рей. Ну, ну, ну. Нет, не проходит армбар. Армбар тоже не проходит. Русская подножечка. Джойлав. Джойлав, может быть, она придумает что-то, что можно сделать с Катюшкой Синой. Джойлав поднимает Катюшу. И ой-ой-ой, раз, два. Нет, нет, блядь, нет. Этот матч у нас будет бесконечен просто. Бесконечность. Мне, может быть, стоит, не знаю, еды заказать, блядь, дождаться доставки и продолжая смотреть этот матч наш. Катюшка реверсает. Реверсает удар гайки. Гайка передает так, кому бы вы думали, Лане Дель Рей. Лана Дель Рей в 500-й раз у нас на ринге. И тоже будет сейчас пытаться у нас избить Катюшку Сину. Но Катюшка Сина у нас... Блин, я не могу, к сожалению, сказать, сколько у нее очков овера. Но у Катюшки Сины мало очков овера. Она в этом матче просто держится, словно у нее даже не сотка, а словно две сотки или три сотки оверов. И все вкачаны, это знаете, этот пин эскейп вкачан просто на 300. Канаты, полетела Катюша. Ну что, Лана ее добьет? Нет. Лана заблудилась. Лана заблудилась. Так случайно получилось. Но финишер, давай только не в канаты. Удержание, раз, два, три. Ох, слава богам, хвала богам, ура, ребят.
Фух, Лана Дель Рей удержала в итоге Катюшку Сину. И в итоге у нас в нашем пейпервью в психушке Вампирелла будет защищать титул от Джойлов, Ланы Дель Рей, Стеши и Гайки. Поздравляем победившую команду. Вот видите, не прошли они, к сожалению, во второй раунд нашего турнира, но в этом матче одолели. Да, 1 час ровно. Поздравляем победивших девчонок. И впереди у нас матч AJ Ларкина сейчас должен быть. И потом наш мейн-эвент. Да, едем дальше. Наконец-то. Так, ой, нет, не матч. У нас промо у AJ Ларкина. Послушаем, что нам скажет бывший чемпион столов, бывший командный чемпион. Слав, наконец-таки этот матч не кончился. У нас сейчас будет промо от AJ Ларкина. Не матч, промо. Послушаем, что скажет нам бывший командный и чемпион столов. Сняты были с них командные титулы, потому что Гуль, ну понятно, попадает в психушку. Сегодня мы видели, что с ним сотворил Дрю Макинтайр. Какое было безумие просто. Они пришли в кабинет нашего бухгалтера. Там сидела секретарша GGW Стефания Макмен, и они у нее на столе устроили такой пиздец. Да, просто дикость. Что же нам скажет AJ Ларкин? Сейчас послушаем, ребят. Не знаю, услышим сейчас, что он нам поведает. Хватит бухать. Так, идет AJ Ларкин в новом костюме к рингу. Бля, чё с меня титулы-то сняли, сука? У меня был командный титул вместе с Гулем, я должен был биться. Но сначала поставили матч трехсторонний, добавили этих пидорасов из Глебастер Клаба. А теперь что произошло? Мне говорят, кто-то сейчас сюда дебютирует, кто-то придет и захочет со мной проблем нажить. Ну знаешь что, ты пидорас, ты вонючий пидорас, я мать твою ебал. Ты мой хуй сосал, я тебе сейчас рожу разобью, иди сюда, гнида. Да, ты настоящее говно, ты опущенец, кем бы ты ни был. Я слышал, что ты водишься с петухами из Глебастер Клаба. Так они обоссанные, знай это, поганая ты вошь. Я тебя не уважаю, верните мне мой титул. Хочу титул короля столов или хардкорный титул. И костюм новый себе хочу еще. Ну где же ты, трусливая мышь, появись тут наконец. Я опущу тебя, я разломаю тебя и заставлю тебя жалеть, что ты посмел вмешаться в эту хуйню, что ты посмел мне перейти дорогу, что ты хочешь, забрать у меня титулы? У меня нет титула, но я получу новый титул. Давай иди сюда, говно собачье. Так, такое промо у нас было от AJ Ларкин. И что? Что? AJ Styles приехал в GGW. AJ Styles на ринге, он в костюме Глебастер Клаба.
Ты настоящий позор, ты замухрышка, ты глупый алкоголик, ты воруешь мой вид, ходишь в моей одежде и постоянно занимаешься какой-то хуйней. Я вступил в Глибастер Клаб к своим друзьям, и теперь я один из них, и я реальный AJ Styles, а ты фальшивка, и знаешь что? Что? Этого не может быть. Не может быть. Ты никакой не AJ Styles. Ты самозванец. Ты самозванец. И что на тебе надето? Что за говёный костюм? Я бы никогда не заказал такой костюм. Это просто говнище собачье. В таком только бомжи из Индии помоек ходят. Пошел отсюда. Это я тут главный. Я тут чемпион столов. Ты дерьмо, ты позоришь меня, ты позоришь настоящего AJ Стайлза. И я объявляю, что я начинаю с тобой вражду. И наш матч будет на WrestleMania, на Godzilla-мании, которая пройдет у нас в апреле. Готовься, замухрышка, потому что я выбью из тебя все дерьмо. И матч будет на право внешности AJ. Ты отсосешь мне, ты никакой не Стайлз, ты просто мой двойник, пытаешься меня во всем копировать и подражаешь мне. И эта говеная куртка из крокодила, это полная безвкусица, где ты ее нашел вообще, на рынке купил, да, или в секонд-хенде, может быть? Я с тебя сниму ее. Нет, придурок, ты с меня ее не снимешь. Я тебе еще раз говорю, у нас будет матч на Godzilla-мании. И по условиям этого матча проигравший теряет внешность. Внешность, которая принадлежит мне, единственному и неповторимому, феноменальному AJ Стайлзу. Ты не сможешь забрать у меня внешность. Она принадлежит мне и только мне. Ты здесь никто. Это я добился всего в GGW. Я один из главных персонажей, я один из главных лиц этой компании. А ты смеешь сюда приходить и говорить, что я украл твою внешность? Это абсолютная чушь. Нет, это не чушь. Это просто ты меня в конец заебал. Я сидел дома с своей семьей в Джорджии. Включаю телевизор, там идет GGW. И я каждый день смотрел на тебя, придурка, в разных костюмах. Что ты нес какую-то чушь про столы, про командные титулы. Бросал всем по 10 вызовов каждый день, не успевая даже матчи проводить. Да кто ты такой? Кто ты такой, чтобы судить меня? Ты тут незваный гость, и я тебя выбью. Знаешь что, я тебя изобью, полностью сломаю тебя, и я заберу твою внешность. И я продолжу выступать как в GW, как феноменальный AJ Ларкин. И менять костюмы каждое шоу. Понял, да? Убогий черт, пошел отсюда. Да, и говорит мне это алкаш, да ты же на следующий день забудешь, что происходило. Я тебя изобью, ты проснешься и даже не поймешь, в чем дело. Но потом я заключу специальный контракт с Гейгодзилой, чтобы тебя связали и чтобы тебе насильно сменили внешность, потому что ты будешь отрицать это до последнего. И когда тебе сменят внешность, поставят на твою реальную, все поймут, кем ты являешься. Так, закончу у нас с промо, кидают микрофон. Да, вот так фьют у нас подоспел. Победил, да, AJ Styles в этом матче. И идем в наш мейн-эвент. И наш мейн-эвент. Лед-матч за командные титулы. За командные титулы GGW. Да, матч за командные титулы GGW. Команда Hell No, Норвег Исмаэль, Глибастер Клаб и отец и сын Бурундуки. Что ж, слушаем выходы, смотрим выходы. И надеемся, что матч будет нормальным, а не просто говном с ботчами. Поехали, ребят. И впереди еще кастомный матч, который заказал Слава, да. Thank you.
Да, мы можем с вами наблюдать зрителей с синдромом Дауна и, похоже, поехали.
все, ребят, закончились наконец-таки наши длительные-длительные выходы. И мы с вами в мейн-эвенте. Время мейн-эвента нашего шоу GGW. Матч за командное чемпионство. Командное чемпионство, лестничный матч. После него делаем кастомку, как я вам обещал. И потом... Даже не могу сейчас описать, что творится на ринге. Ого. А мне, конечно же, Слав, нравится Саня Невский. Саня Невский просто... Это мой кумир и... Как его называется-то? Вдохновитель просто идейный, да. Да, только, конечно, я не знаю, что получится у нас Слав с твоими песнями, потому что я все вручную включаю с телефона. А Денис против Виктора. Кейн против Самаэля. Норвег мутузит Бориса, батю Виктора. А Глебастер избивает у нас этого Васса Брайна. Все, кто за кого в этом матче, ребят? Пишем. Суть матча в том, что нужно подняться по лестнице и забрать титулы. Но почему-то игра у нас, как вы знаете, очень хорошая. Никогда она не багованная ни разу. И вместо положенных командных титулов у нас висит кейс над рингом. Почему? Ну, хуй знает почему. Норвег поднимает и спаймбастер Виктору. Да, Глебастеру ебанули по яйцам. И Глебастер не просто по яйцам ебанул Васса Брайну. Он ему как будто руку в жопу засунул. Он ему засунул руку в жопу только что Васса Брайну. И чокслэм от Кейна Борису. Глебастер засунул руку в зад Васса Брайну. Ужасно. Снова Глебастер мутузит Васса. Норвег разгоняется, хватает Виктора. И Виктора швыряет с ринга. Денис AGT лестницу понес лестницу. Борис уходит с ринга самостоятельно. Видимо, решил, что ну его нахуй. И снова столкнулись два заклятых врага. Самаэль и Денис AGT. Денис забрал у Самаэля его песню End of Days. Ой, Денис на лестнице. Срочно срывайте его, блядь. Денис на лестнице. Борис пытается залезть на ринг. И лестница скинута. Денис все так же висит. И Борис наконец-таки снимает и проводит пауэрбомбу. Бля, в этом матче что происходит? И у меня просто глаза, вы знаете, глаза мельтешат из стороны в сторону. Я даже не знаю, что комментить. Ладно, хоть Дениса сняли. Что творит Глебастер? Да, Глебастер мало того, что руку засунул в зад. Ой, Васса и Самаэль над рингом за титулами полез. Титулы в кейсе. Борис вернулся. Борис бьет по жопе Самаэля. И лестница упала вместе с Самаэлем. Все, Самаэль, а Бибер. Борис полез на канаты. На канаты полез Борис, но нет. Денис AGT бьет его и получает лестницы по ноге. Борис сидит на канатах, снова вверх поднимает и прыгает с канатов. Но боч, промахнулся Борис. Ладно, матч еще продолжается. Не нойте. Ой-ой, поднимает тяжеленного Бориса. Самаэль швыряет его. Кейн на лестнице. Пытается снять титул, но нет. Глебастер бьет его по жопе. И просто, да, на ринге эпилепсия. Что происходит? Ну-ну-ну, Кейна снимайте, придурки. Глебастер сталкивает лестницу, Кейн по-прежнему висит. И Борис проводит пауэрбомбу. Ой, Глебастер на лестнице. Ну. Нет, успел увернуться Глебастер. Иначе была бы сломана лестница вместе с Глебастером. Это был бы мега эпичный ОМЖ момент. После этого, возможно, у Глебастера, который болен мечом, была бы сломана спина. Борис проводит чокслэм Кейну. А вы говорите, матч хуйня. Какой тейбл, блядь? Это ледер матч, ну. Борис мутузит Кейна. Все так же. Васса против Глебастера. Норвег
уебал только что Денису AGT. Напоминаю я вам, что был, да, знаменитый фьюд за куртку и песню, где в итоге песня перешла к Денису, а куртка вот оказалась за Самоэлем. Да, похоже между Глебастером и Васса что-то началось. Охуенный матч. Ой-ой-ой, что проводит Денис, только что Самоэля за рингом разбил, можно сказать. Виктора уебали. Норвег бьет Бориса лестницей. Глебастер что-то на канатах... Глебастер с канатов полетел и коленом снес Васса. Безумие, безумие. Ой, Глебастер скинул только что Норвега. Глебастер мог бы взять, кстати, титул, но не успел. Поднимается Норвег. И по спине снова Васса Брайан. Снова Васса Брайан пришел. Васса Брайан с разбитой головой. Борис прошелся, просто прошелся по Норвегу. Глебастер швыряет Васса Брайан опять за ринг. Ой-ой, мощный удар по роже прилетает Норвегу. Норвег встает, по животу бьет Бориса. Его сын Виктор лезет по лесенке. Бурундучок Виктор хватает Виктор титул. Ну что, неужели Борис и Виктор, отец и сын, станут чемпионами? Ну нет, Денис AGT не смог. У него силенок не хватило, блядь. Денис AGT не смог, у него не хватило силенок столкнуть Виктора. И Виктор и Борис, дорогие друзья, ушлый бурундук, новые командные чемпионы GGW, Виктор и Борис, семья бурундуков, да. Виктор, который залез по лестнице и не смог, к сожалению, мало ел каши, очень легкий у нас. Денис AGT не смог, он столкнуть Виктора. И пока его батя мутузился с Норвегией, Виктор снимает титулы. Поздравляем. Отцы и дети просто у нас. Отцы и дети, бурундуки, новые командные чемпионы. Ох, да, кашу не любит Денис. Поздравляем наших командных чемпионов. Да, бурундуки, что творят бурундуки. Это сенсация. Вы еще даже не представляете, ребят, какая. А мы с вами заканчиваем наш выпуск и смотрим кастомный матч с шестью участниками Battle Royale по заказу Славы. Сейчас я выхожу, его настраиваю и смотрим. Так, Слава сам палит свои оверы, все знают, что это славяные персонажи, все узрят его оверы. Ну, раз он сам так захотел, токи. Матч шикарный, матч был шикарный, да, крутейший матч, и мы с вами отправляемся на следующее шоу. Так, Six-Man, где там Battle Royale? Battle Royale, так, поехали. Так, первый Александр Невский. Александр Невский, так, есть следующий, Ферамир. А следующий, Михаил Зубенко. А, майор Пейн. А следующий хомпатимейкер. Хомпатимейкер и последний. Кто, блядь, у него последний персонаж-то? А этот, как его зовут, Ника Белик, да, конечно. Да, смотрим Battle Royale со славянными персами. Так, теперь, да, украли шоу на стаге. Матч был реально топ. А вы говорите, Ледер плохой. Да, Ферамир, Ника, Зубенко, Невский, майор Пейн и Хомпатимейкер.
Так, сейчас с музыкой будет пиздец. Просто я не знаю порядок, с какого они будут выходить. Вот в этом вся беда. А единственная кастомная темка, которая тут оригинальная, это Home Party Maker принадлежит. Так, 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 так. Так, Купола, значит, Мафиозник, Ника Белик под Серегу, Джек Свагер у Пейна, Хом Патимейкер по свою, Биджи с Невский и Темка Генри у Ферамира. Ой, сейчас будет безумие, ребят, сейчас будет реально безумие. Да, таги у нас стали действительно хорошие. И, как я обещал, на Pay-Per-View, победившая команда на Pay-Per-View, таги уже получит плюс 5 овера каждому участнику. Так, поехали. Streets of this thing is
Все, закончились, отыграли все темки. Мы с вами смотрим наш последний на сегодня кастомный матч. А с шестью участниками Славин Battle Royale. Майор Пейн первым удален. Home Party Maker мощным клоузлайном выкидывает Пейна с ринга. Кто же в итоге одержит верх? И бэкбрейкер получает Михаил Петрович. Но нет, уворачивается у нас еще раз. И клоузлайн, и хом-пати-мейкер вылетает тоже с ринга. Осталось четверо. Мика Белик бьет. Бьет у нас мафиозника. Мафиозник против Ника Белика. Смотрите, по идее, Ника должен работать на Михаила Петровича. Упс. Бьет мозги контроллер, но мы возвращаемся на матч. Александр Невский против Ферамира. Пытается Ферамир скинуть Невского, который, по идее, должен стать его наставником после сегодняшнего матча. Но нет, Невский держится. И DDT проводит Ферамиру. А тем временем Петрович мутузит Ника. Белика и Инцигири. Инцигири прилетает Ника в голову. Невский хватает Петровича. И ох, как обринг швыряет. Что четверо. Очень быстро улетел Пейн. Потом компатимейкер пощечина. Мощная вот так вот пощечина. Очухались Ферамир и Ника Белик. И вдвоем задирают Санька. Санек мутузит Ника. Просто славянский у нас тут батл. Да, точно, это будет называться славянский Battle Royale, точно. Нет, Ника спрыгивает с плечей Санька Невского. Толкает Ферамира. Реверс, Ника получает в живот. И что творит Ферамир? Поднял за шею Ника, но Ника реверсту. Петрович пытается выкинуть Невского. Невский держится на канатах. Нет, не удалось выкинуть. Мимо. И Ферамир улетел. Александр Невский, Ника Белик и Михаил Петрович Зубенко остались на ринге. По животу получает Ника. Кто же из этих троих победит? Реверс. Еще раз плечом. Не смог у нас Ника Белик скинуть Саню Невского. Саня потащил, кладет на канаты. Ой, и клоузлайном укидывает с ринга Ника Белика. И тут же суплекс от Петровича. Ну что, их осталось двое. Либо Петрович, либо Невский. Некбрейкер от Петровича. Мимо, не прошел дропкик. Саня Невский по роже заряжает Петровичу. Тащит Петрович канатами в углу ринга прижимает Невского. И клоузлайн от Петровича. И Михаил Петрович Зубенко побеждает в этом Battle Royale славянском. Ну что, ребят, всем спасибо, все молодцы.
Спасибо тем, кто кастомки заказывали. Надеюсь, они вам понравились. Вы об этом не сожалеете. Мы на этой ноте с вами прощаемся. Следующий стрим, вероятнее всего, будет в воскресенье. И это будет наше пейпервью «Психушка», где завершится сюжет Гуля и Дрю Макентайра. И много-много всего другого будет, ребят. Все. На этом спасибо. Всем пока-пока.